Книга открытым оком. Тема болезнь. Вопрос 615. Второй том. Человек тяжело заболел, а потом выздоровел. Не значит ли это, что болезнь была для прощения какого-то либо греха? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Может быть и да, и нет. Когда один диакон нес чашу с дарами, то у него внезапно вытек глаз, и он понял, что ему прощен какой-то большой грех. Болезни посылаются для вразумления. 1 Петра 4.1 Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Но таковым Господь говорит, Иоанна 5.14. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Иоанна 8.11 Она отвечала, Никто, Господи. И Иисус сказал ей, И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши.